– популярное растение для выращивания в открытом грунте, особенно в северных регионах, так как овощ достаточно морозоустойчив. Часто можно встретить на грядках огородников лук-порей, репчатый лук, батун и лук-шалот. Репчатый лук – это рекордсмен среди своего вида. Он не только выдерживает холодный сезон, но и долго хранится после сбора урожая, тем более, что он обладает более универсальным вкусом для домашних блюд. Выращивание лука в открытом грунте. При высадке лука в открытый грунт необходимо обозначить основные правила. Взращивать лук на прежней грядке только через 4 года, если на нем не росли корнеплоды или чеснок. Рекомендована пересадка каждый год. Постоянно рыхлить и подкармливать почву. Помимо перечисленных правил, посадка и выращивание лука настолько легки, что с ними может справиться даже начинающий огородник. Как выращивать лук в открытом грунте? Лук начинают сажать еще с зимы, иногда ранней весной. Зимняя посадка предполагает грунт теплицы или домашних условий с дальнейшей пересадкой в открытый грунт. Перед посадкой проводится заготовка луковиц. Переместить луковицы в стакан с водой. Периодически подливать воды. После появления белых корешков можно высаживать. Посадку лука провести в отдельную емкость, загрузив в нее питательную почву или в удобренную разрыхленную почву открытого участка со сформированными заранее грядками. В открытый грунт лучше высаживать большие крепкие луковицы морозоустойчивых сортов. Полученная зелень в итоге будет более пышной, крепкой и питательной, а сбор урожая быстрым. Такие сорта лука чаще всего дольше хранятся после сбора урожая. А зимний лук – сорт, который сеется в открытый грунт под зиму, а всходит ранней весной. Условия посадки в открытом грунте для нее аналогичны всем остальным. Удобрить и сформировать огородные грядки. Затем посеять семена, покрыть почвенной смесью, после чего ждать весны. Для такого способа посадки подходят те сорта лука, которые наращивают вегетативную массу, зелень, а не формируют луковицы, так как посевы в противном случае умрут зимой. Как ухаживать за луком в открытом грунте? Выращивание лука в открытом грунте предполагает определенный уход. Луку потребуется регулярный полив, подкормки, рыхление почвы, прополка грядок и профилактическая обработка от болезней или возможных вредителей. Полив и подкормка. Процедура увлажнения проводится один раз в неделю. На 1 метр квадратный используется 5-10 литров воды. В более засушливое время года лук увлажняется больше. После полива обязательно рыхлять грядку для улучшения аэрации. Подкормки лука проводятся весной минеральными комплексными смесями, а через 2 недели используют органику – птичьего помета, мочевина, коровяк на 10 литров воды. Обработка лука от вредителей. Ежегодно обрабатывают инсектицидами и фунгицидами. Уборка и хранение лука. Сбор урожая начинается в сухую погоду. Органические остатки лука не хранятся на грядке, он может стать непригодным.